لله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. الدرس 22 22 أوروب كنيجة جامع الخيرات سترانيتسا 123. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوفية الحقة على عقيدة التنزيه. الصوفية صوفيزم الحقة значит верное учение суфизм, не псевдосуфизм, على عقيدة التنزيه. عقيدة это вероучение, التنزيه значит речь идет о том, что верность в едино Божьей, что Аллах чист от любого недостатка. Поэтому наша тема сегодня — верный суфизм имеет верное вероучение. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد فإن الشاذلية الأصلية صحيحة ثم بعد 200 سنة من الشيخ أبي الحسن الشاذلي دخل فيها تحريف كثير كثير منهم انحرفوا ثم بعد 600 سنة زاد الانحراف. خوالا الله غصود всех миров воистину всякое благо даровано нам Аллахом. И наше восхваление и признательность и благодарность именно Аллаху. И прошу у Всевышнего особое величие и честь и благословение в адрес наилучшего из всех пророков, в адрес нашего господина Мухаммада, в адрес его благочестивого семейства, и приветствую их. И прошу у Аллаха сохранность его общины от того, что его беспокоит. Поистину, верная шазилия – это верная суфийская тариқат. Но спустя 200 лет после шейха Абу-Л-Хасан аш-Шазили появилось некоторые искажения. А еще больше и больше появились искажения спустя 600 лет после основателя суфийского тариқата шазилия. يوجد شاذلية درقاوية وشاذلية يشرطية، هاتان فيهما انحراف. بعض من ينتسب إليهما عملوا كتبا فيها خلاف التوحيد. Есть два направления в суфийском тариқате под названием шаذلية. Значит, есть и другие, но именно эти два направления. Одно называется шазилия дарқавия, и второе шазилия яшрутия. Именно в этих двух есть серьезные искажения. Некоторые люди, которые считают себя, что они принадлежат к шазилия, то из этих двух направлений сочиняли разные книги, в которых есть что-то в разрезе с наукой единобожий. То есть неправильно написано о единобожии. التوحيد الذي يعرفه الصوفية وغيرهم هو إفراد القديم من المحدث. Когда мы говорим о единобожии, то мы понимаем, что вероучение всех теологов ислама и каждого мусульманина, сколько бы ни был простым и невежественным в вопросах религии ислама, по вопросу вероучения имеют одно и то же убеждение в основных вопросах. То это мы говорим, основа этой науки называем таухид, ау ильмуль-калям. По вопросу таухида, которые знали суфисты и другие, заключается в том, что отличие вечного от возникшего и происходящего. Вот это основной вопрос. Понимание единобожия, что вечный отличается от того, который появился
نسويت إلي وشل إزنبتيا بتيو إلي بل سوزدان رئيس خدياشي то вечен, конечно, отличается от этого происходящего. И это слово входит в понятие «Ля Илляха Илля Аллах». Нет иного Создателя, кроме Аллаха. Сайиду Таифати Суфияти Абул Касим Аль-Джунайд بن محمد البغدادي رضي الله عنه الذي توفي سنة 292 تقريبا هو شيخ الصوفية سيد الصوفية вот известный теолог ислама это назван или имеет такое звание как سيد الطائفة الصوفية глава суфийского учения أبو القاسم Он имам Аль-Джунайд ибн Мухаммад Аль-Багдади, да будет им доволен Аллах, который умер в 292 году хиджра, приблизительно. Он известен как шейх суфистов или шейх суфизма или господин суфизма. الصوفية المتحققون يقتدون به في أيامه وبعد أن توفي إلى أيامنا هذه. настоящие истинные суфисты, то они именно идут вслед за ним, как и те, которые были в его время, как и после этого до нашего времени. В его жизни это делали и после его смерти и до нашего времени, то этот теолог ислама известен как господин среди суфистов. الصوفية الصحيحة من كانوا على منهجه هؤلاء يوافقون القرآن والحديث. Настоящий суфизм это когда есть верное учение. А настоящие суфисты это те, которые именно придерживали данное учение и они были в согласии с Кораном и Хадисом. هو قال التوحيد إفراد القديم من المحدث. احفظوا هذه الجملة معناه ترك تشبيه الله بالعالم. الله قديم لا ابتداء له أما العالم فمحدث لم يكن ثم كان. العالم كله لم يكن ثم كان. Настоящие суфисты – это те, которые придерживали курс имам Аль-Джунайд, то есть по вероучению они были в соответствии и согласии с Кораном и Хадисом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Именно он такое выражение сказал – «Ат-Тавхид ифраду аль-кадим миналь мухдас». «Ат-Тавхид – едина Божия». «Ифрад аль-кадим» – «Аль-кадим» – Тот, который вечен без начала. Ифрад – отличать его. Отличать того, который существовал вечно без начала, миналь мухдас – от возникшего и происходящего. То есть, отличать его от того, что вошло в бытие. Запомните данное выражение. Отличие вечного от возникшего. Что означает данное выражение? Должны обязательно не давать подобие Аллаху этому миру, Вселенной. Аллах вечен, нет начала для его существования. А этот мир или вся эта Вселенная, то происходящее существовало после небытия. Весь этот мир раньше никогда не существовал. النور والظلام ما كانا موجودين ثم خلقهما الله وكذلك العرش والسماوات ما كان شيء في الأزل إلا الله الذي لا ابتداء لوجوده Вот и свет, и тьма не существовали раньше. Их создал Аллах. Тоже Аль-Арш, потолок рая, а также небеса. Ничто из этих объектов не существовало раньше, а именно существовал раньше, вечно, без начала, только Аллах. Нет начала для его существования.
ويسمى الله القديم أي لا ابتداء لوجوده، وما سوى الله يقال له محدث أي وجد بعد أن كان معدوما. الله نزيفين القديم. Одно слово قديم это древний или старый или вечный. Все это слово по-арабски قديم. Когда речь идет об Аллахе, то он القديم, то есть который не вошел в бытие, не существовал после небытия. Это значит тот, который существовал вечно, нет начала для его существования. Это что значит «Аль-Кадим», когда говорим данное слово в адрес Аллаха, нет начала для его существования. А иное, помимо Аллаха, то имеет начало, то говорим по-арабски «Мухдас». Мухдас – возникший, происходящий. Хадас – это событие. А когда говорим «событие», это значит, что-то возникло. Это событие. То одно слово арабское «мухдас» – это значит «возникший», «вошло в бытие». Это значит «новое событие». То весь этот мир, то есть все, что существует, кроме Аллаха, это «мухдас», то есть «возникшее» или «происходящее», то есть «существовал после небытия». التوحيد هو أن لا يشبه القديم أي الله بالمحدث، وذلك أن الله ليس جسما لطيفا ولا جسما كثيفا، لابد للجسم من مكان وجهة. أما الله تبارك وتعالى الذي ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا فهو موجود بلا مكان، لا يكون متحيزا في جهة ولا مكان. أما الحجم فلا بد أن يكون له حجم ومكان. Единобожие – это значит не давать подобие вечному. Не давать подобие вечному, то есть Аллаху. Не давать ему подобие своим созданием или его созданием. Не давать вечному подобие созданному. То есть Аллах Всевышний – это не какой-либо тело или объект. Неважно, это осязаемый объект или неосязаемый объект. Обязательно объект или тело – это то, что занимает местонахождение и имеет какое-либо направление. Любое тело, любой объем, любой объект – это значит занимает местонахождение. Вот я объект, занимаю это местонахождение. Одновременно со мной нет другого объекта. А мои составляющие части или моя структура – это как единый объект. Имею свои границы, и в этом местонахождении есть только я. По отношению к вам, то я в одном направлении. А вы по отношению ко мне в другом направлении. То направление и местонахождение есть у того, у кого есть объем. То есть это тело или объект. Осязаемый это или неосязаемый. Поэтому мы говорим, когда есть объем, то обязательно есть направление, есть местонахождение. То Аллах существовал и не было никакого местонахождения, и не было никакого направления. То Аллах это не объем. Аллах – это не тело, Аллах – это не объект, Аллах не имеет каких-либо границ. حتى النور له جهة ومكان والظلام كذلك. بعض النور في الجنة وبعض النور في العرش وبعض النور في السماوات ونور الشمس والقمر في الأرض كل له حجم. Даже свет имеет свое местонахождение и свое направление. И тьма тоже. Есть такой свет в раю, который отличается от другого света, который есть в Аль-Арше, или который есть на небесах. Есть свет солнца и луны на земле. То каждый имеет свой объем. Любой это свет. В раю или в других местах.
نور الشمس أوسع حجما من نور القمر، ثم نور القمر، ثم نور الكهرباء. بعد أن أوجد الله الكهرباء نوره أوسع من نور الشمعة، ثم نور الشمعة مساحته قصيرة، كل له جهة ومكان. أما الله فليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، وليس متحيزا في مكان وجهة. سفيت سونسي بولي شيروكية إيميت بولشي أبيوم شيم سفيت لوني. И после этого говорим, что свет Луны больше, чем свет электричества. Электричество создано Аллахом. Производили человек, но создатель – это Аллах. И данный свет электричества – это больше, чем свет свечи, например. А свет свечи имеет какой-то небольшой объем и занимать никакую большую площадь. Но для каждого из этих видов есть и свое направление и местонахождение. А насчет Аллаха Всевышнего, то Аллах – это не объем осязаемый, и не объем неосязаемый, и не занимает какое-либо местонахождение или какое-либо направление. الذي يتصور الله حجما لا بد أن يكون أثبت له تحيزا في مكان وجهة. أما من أخرج من قلبه أن الله له حجم لطيف أو كثيف، فهذا يسهل عليه اعتقاد أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. أما الذي يعتقد أن الله حجم فلا يتمكن من اعتقاد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. Кто представляет Аллаха, что это какой-либо объем, то обязательно он представляет Аллаха в каком-либо местонахождении и занимает какое-либо место и имеет какое-либо направление. А кто освобождает свое сердце от того, что Аллах – это какой-либо объем, осязаемый или неосязаемый, то тому легко убедиться в том, что Аллах существует, но без местонахождения и без направления. А тот, который думает о том, что у Аллаха есть объем, то не может и представить существование такого, который не занимает какое-либо место. То кто думает о том, что Аллах – это объем, то думает о том, что Аллах занимает местонахождение и занимает направление. И не может именно убедиться в том, что Аллах существует без этого, без направления и без местонахождения. فالتوحيد كما قال الإمام الجنيد أن يعتقد الإنسان أن الله ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا وليس متحيزا في مكان. هذا خلاف العالم. العالم لا بد أن يكون له حجم وجهة. العرش في جهة فوق والأرض في جهة تحت. Единобожие, как и указал и объяснил имам Аль-Джунайд. Это значит, человек должен верить в том, что Аллах – это не какой-либо объем. Большой этот объем или маленький этот объем. И должен верить о том, что Аллах не занимает какое-либо местонахождение. И должен верить и думать и понимать о том, что Аллах отличается от всего этого мира возникшего. Именно этот мир или эта вселенная обязательно имеет свой объем и занимает свое направление. Аль-Арш, например, он в направлении вверх, а Земля в направлении вниз по сравнению с небесами. هؤلاء هم الصوفية الحقيقية. وهؤلاء هم المسلمون المؤمنون العارفون بخالقهم. أما من ليس كذلك فليس عارفا بخالقه، ولا يصح أن يكون مؤمنا مسلما حتى يخرج هذا من قلبه ويعتقد أن الله موجود ليس حجما وليس له جهة ومكان، ليس شيئا صغيرا صغير المساحة ولا كبير المساحة،
ليس شيئا يدخله المقدار. وتأتي نستياشي صوفيستي وتأتي إيمنا مسلماني верующие знающие своего создателя. А кто они такое? То есть тот, который не знали своего Господа, своего Творца, то ни в коем случае нельзя думать о том, что у него есть верное убеждение, и он мусульманин верующий. Пока не освобождайте свое сердце от того убеждения, что Аллах занимает какое-либо место. Он должен освобождать свое сердце и думать о том, что воистину Аллах существует, но это не объем и не занимает какое-либо направление или место нахождения. Он не такой, который грандиозный по площади или по объему, или маленький. То нельзя думать о том, что есть какой-либо размер или количество у Аллаха табарака ва тааля. Аль-махлуку يدخله الحد حتى النور يدخله الكمية والمقدار الإنسان طوله أربعة أذرع طولا والعرش له كمية الله يعلمها كم هي والسماوات السبع لها كمية يعلمها الله كم هي وأما ابن تيمية فيقول الله له حد يعلمه هو لا نعلمه نحن يقال لأتباعه العرش له حجم له حد الله يعلمه لا نعلمه نحن أنتم جعلتم العرش والله متساويين أنتم جعلتم لله مثلا جعلتم الله كالعرش والله يقول ليس كمثله شيء أنتم خالفتم القرآن создан имеет свои границы или свой лимит даже свет имеет свой размер и свое количество. Даже человек имеет свой размер. Например, по высоте это 4 локтей. А Аль-Арш тоже имеет свой размер, но мы не знаем размер Аль-Арша, но Аллах знает его размер. И тоже небеса, их 7, значит, они имеют какое-то количество или какой-то размер. Аллах знает, что это такое. Но мы не знаем. А Ибн Таймия говорит об Аллахе, что имеет лимит или имеет границы. Но Аллах только знает эти лимиты, эти границы, мы сами не знаем. То говорим последователям Ибн Таймия. Аль-Арш имеет объем и имеет границы. Аллах знает эти границы, этот объем. А мы не знаем. Таким образом, вы сделали, что Аль-Арш и Аллах имеют подобие, есть сходство, что имеют границы, только мы не знаем, Аллах знает. Но Аллах, Субхана ва Та'аля, сказал о себе в Коране, «Лейса ка мислихи шай», а вы сделали Аллаха, как и его создание. Есть для него лимит, он только знает, а мы не знаем. Вот это против Корана. Выступали таким образом против того, что сказано Аллахом в Коране. لا يكون المرء صوفيا إلا أن يعتقد هذه العقيدة. أما الذين يقولون الله في كل مكان فهؤلاء ما شموا رائحة التصوف. كثير من الذين يدعون الطريقة تجدهم يقولون الله موجود في كل مكان هذا كأنه عندهم علم التوحيد. Ни в коем случае человек не станет суфистом, пока не будет иметь верное убеждение. Должен знать и усваивать это убеждение единобожие. А есть такие, которые говорят о том, что Аллах находится везде. Есть такие, которые говорят «Аллах везде», смотря кто что говорит и как он понимает. Но когда используют слово «находится», то речь идет о его сущности. То такие, которые говорят о том, что Аллах в каждом месте, то они не чувствовали запаха суфизма. Многие из псевдо-суфистов, которые думают о себе, что у них верно и все красиво,
то мы обнаруживаем, что они говорят о том, что Аллах существует в каждом месте. То как будто это для них знание о единобожии.